назад. Че, он пришел? Серег, давай туда, не пойдем дальше. Че там, дичь? Пойду я еще раз схожу к этому. К краю. К краю пойдем. Только он тут такой замаскированный. Тут реально можно идти, идти, не знавши, и пролететь. Что тут сказать? Не, а здесь вообще, конечно. Так, ребята, не нырнуть бы. Во, тоже резкий обрыв, как и везде здесь. В общем, хотите острых ощущений, приезжайте сюда. Так, я так понимаю, он вниз спускается, да? Нет, он поднимается. А, поднимается? Наташа, позвони, пусть не идет. Стёпа! Я просто не могу без телефона звонить, у меня не получается. Нет, это хорошо, что ему ничего. Но вы, конечно, жестите, господа. На краю обрыва вниз нырять. Там никакой тропинки нету. Нету? Спускаться, я не знаю. Нет, ты давай это, тут на краю-то потише, мельтеши. Все-таки вот этот телефон снимает красочнее. Там еще повалить. А как туда спуститься? Вот только та дорога, я думаю, вон она та дорога, вон там только можно пройти. Тут есть предложение, вниз пойти или куда? Что мы делаем? Ну мы типа 8 же будем езжать, можем еще посидеть, поварить что-нибудь, нет? Или как? Сколько время? Полшестого. Полшестого? Не, вот туда вниз мы не пойдем, вон в те дебри. Мы можем Саню встретить и где-то еще, я не знаю, погулять. Вон от меня будет слышно хорошо. В общем, что я хотел сказать. У меня скоро будет видео. Я нашел старую запись, где мы с Серегой в церкви, в которой глаз в треугольнике. Поэтому я его смонтирую и выложу. Или мы можем подняться? Мы же хотели подняться. Ну? Если мы поднимемся. Мы поднимемся? Да, Сань, у меня просто батарейка садится скоро. А, и будка, да? Они до будки прям доехали, что ли? Какой другой, знаешь, шлагбаум. Там справа будка зеленая была у шлагбаума. Они не проехали дальше.
Но он твою машину-то видел? Нет. Ну ты, наверное, да, с другой стороны какой-то, наверное. Пришел. Они приехали вон на те карьеры, мне кажется. На два больших. Ну, хер возьми. Там просто тоже, там знаю, тоже стоит сейчас. Будка. Да. Стоит будка. Да, я поэтому тебе говорю. Саша у нас приехал. Но, похоже, Саша проехал, как я говорил, вот за этой горой, так называемой. Там находится другой карьер, здоровый. Так, как бы это в масштабе, если она вот там. Саша у нас где-то вон там находится. Я думаю, да. Он где-то вон там, в той стороне. Здесь три карьера. Круглый, заброшенный. Те два, они намного дальше. Они не то что охраняются, там тоже стоит охранная будка. И по незнанке легко перепутать. Но так вот, по идее, вот здесь можно дойти. Пойдем. Не, железки там нету. В общем, все. Увидимся в следующем кадре. Вырубай. Ну вот. Мы лезем теперь вверх по другому маршруту. Здесь вот такой трэш везде. Так, я уже зацепился. Так, ребята, вы как там? Ну кто? Кто там может лезть? Самый первый. Да нет, там легко. Только мне придется убрать телефон. Так, ты давай меня там осторожнее. А то ты прямо на краю. Эффектно. Серега, сможешь залезть-то? Ну все, давай. Я, как говорится, в вас верю. Че, ты что, в последний пойдешь? Да, не знаю, хочешь, пойду. Сейчас. Просто я что-то не ожидал, что придется лезть вот так вот. Оп. Это мне напоминает, как я лез в 3 часа ночи на Лисью гору. Там склон примерно такой же. Но там суть была какая? О. Там суть была... Здесь кто-нибудь лез? Да. Суть была какая там? Я лез там после намешанных энергетиков и этих, как его? Как они называются? Флэш с колой. И у меня на подъеме... А, я уже... И у меня на подъеме что вышло? Что я... Оп! Так. Серега. На. Держи. Так, тихо. Сейчас я вот так сделаю. Ага, держу. Во. Опа. О, все круто вышло. Спасибо. Ну что? Что, вот это самый страшный момент. Базара нет. Не бойся. Было круто. А сверху кажется фигня. А там страшно. А ворот спустит. Не, знаешь, в чем прикол? Я лез, когда лезешь и смотришь только на этот песок, кажется, что ты никуда не лезешь, если не по сторонам. Да. Класс.
А, да-да-да, слышь, Стас, кстати, я нашел это место, вот, про которое я тебе говорил. А вот он, этот камень, сам по себе стоит. С расщелиной-то. Вот он. Ну он это, он там скол здоровый. Мне кажется, или стало еще больше сокращений? Я не знаю, Сереж, я не уверен. Отдельно это. Может и больше. Сашка тот раз прыгал, я не стал. Я где-то тут в другом месте. Я вон, по-моему, вон там на краю фотографился. Я за какое-то такое тонюсенькое дерево держался. И угорал, что я это. Как его? Видишь, и это нашли. Круто. Да. Мне все-таки морально я к такому не готов. Круто, да? Ребята, я опять снимаю без стабилизации. Какие-то заброшенные сараи. Но я, наверное, сейчас достану тот телефон. А вот и схема карьера. Здесь не заброшенная территория. Сейчас увидим. Слушай, ну провода к ней, посмотри, идут? Нет, я не по. Я думаю, там можно сейчас кругом, мы обойдем. Ну сейчас, если что, увидим. Да. Но и то, это лето, оно так условно. Да-да-да, вот оно. Начинается. Вот они эти. Все, вон он стоит, экскаватор-то. То есть вот тогда мы были. Они могут быть заброшены, типа тоже. Нет, они не заброшены, это рабочие. Просто мне непонятно, почему нет охранника. Так, а где железка? Железка, она прямо вот в карьере. Может быть, дротвейлер. Мы такие смело, главное, идем. Не, он был привязан в тот раз, но прошло. Прошло, это был 2000, возможно, 17-й даже год. Это одно из первых видео. Ну тут такие. Поэтому не факт, что это. Так, а где железка? Как ему переходить, если что, железка? Эх, нихера, блин. Вон вышка. Ну. Если тебе надо, я сейчас скажу, я уже сориентировался, где мы. Он вон за теми деревьями. Потому что. А, стоп. Вон вторая вышка. Когда мы смотрели на это, на все, мы смотрели вон оттуда, вот, да. Вот туда. Да, да, он вон там. Тут реально пройти? Или... Тут реально, но сам понимаешь, тут уже... Или это рабочая зона? Это рабочая зона. Это что за звук был? Как будто стреляли из воздушки. А где? Вон с той стороны. Тихо, да, дрон летает. Вот, сейчас, это Саня. Вон там дрон. Сейчас. Или это муха? Сейчас слишком громко для мухи. Нет, это дрон. Просто Саня сказал, я сейчас полетаю, посмотрю, пойду. Бля, нет. Стоп, ребята.
Мы шли оттуда, гора там, Саня вон там. На другой стороне? Да. Нет. Нет, смотри, помнишь, я рассказывал, что ту гору видно с той стороны, как подъезжать к тому карьеру. Точно. Ну вот, смотри. Когда просто видно, вот, мы вот, дорога закрылась, вон, Саня там. Типа, вот там. И еще не видно. Вот прям наша дорога закручивается. Вот, кончаются рельсы. Он вот. Тебе координаты скинул? Нет, не скинул, но меня также вел. Он приехал, как вел навигатор. Вот, вот сюда он приехал. То есть он где-то вот тут. Не знаю, где он там кинул машину. Нет, просто по всем. Вот визуально, по мне, Саня. Нет, это стопудово вот там. Вот другой вопрос, как пройти. Ну вот дорога, она ведет туда, вон, к тем зданиям. Но. Но вон тот карьер, где я был. Вон тут какая-то хрень заброшенная, но я в нее не полезу. Там это, как вот помещение заброшено, но там нечего смотреть, оно небольшое. Ну смотри сам. Там точно нет охраны и всякое такое. Да. Может снять, как я смело иду. Заброшенное помещение, где нет охраны. Там точно нет охраны? Да гарантированно. Не, оно прикольное, кстати. Я думаю, ну не гараж. Это типа гаража, наверное, его завалили просто. Может быть. Но оно прикольное, посмотри, как камнями, да? Да, но из местной этой. Экономили. Я думаю, кто-то в Советском Союзе, моя любимая тема, построил себе из кирпича, выписанного на гараж, охуенную дачу где-нибудь. Но в нашем варианте было круто построить дачу в Подмосковье. А здесь он сказал каменотесам своим, короче, хуярьте вот из такой хуйни. Нормальные герои всегда идут в обход. Не, ну я не успел здесь провалиться сильно. Я успею. Не, как бы здесь угарно. Пойдем. Вон он. Вот такой здесь объект. Не. Завод. Ну да. Автомобиль. Да, да. Я и говорю, объект. Как в одном из карьеров должна быть железка. Вот такая круть. Ну что, рискнем забраться вверх? Все замолчали. Тишина сразу такая. Аналитическое мышление включилось. Солнечная батарея никому не нужна. Есть возможность приобрести.